Так, друзья, всем привет! Сегодня у нас такой видеообзор, что делать, если конфорка плохо горит или идет какое-то неполное сгорание газа, или газ загорается прямо вот здесь, снизу конфорки. Конфорка, как газ как-то пыхтит, шумит сильно, и запах идет, запах газа. Уже начали все сделали, почистили жиклер и посмотрели все, может кто-то уже порегулировал подачу газа, но ничего не помогло. И сейчас мы пробуем исправить эту ситуацию, рассказать, что же все-таки нужно делать. Все остальные три конфорки горят очень хорошо, а вот это, в основном, идет проблема с этой большой конфоркой. Наша конфорка уже остыла. Давайте мы рассмотрим, что же произошло с нашей конфоркой. Снимаю верхнюю часть конфорки и смотрим вовнутрь. Что нам бросается сразу в глаза, это вот такие пупырышки, которые появились на нашей конфорке. Смотрим на обратную сторону. Вот от копоти такое черное пятно. И тоже по конфорке кругом такие пупырышки. Плавление металла произошло. И вот эта часть конфорки должна была быть круглой. А тут получился такой трехугольник. Что ж, произошла деформация нашей конфорки. Каким-то образом она была перегрета, и она деформировалась. Она деформировалась так, что вот эта часть конфорки поднялась кверху, и когда она поднимается кверху, она начинает либо полностью торкаться к верхней части металла, либо просто уменьшился зазор между конфоркой и верхней части металла. И это мешает газу проходить на наружу, выходить из конфорки. И она горит как-то слабо, идет такая копоть и начинает загораться снизу. Потому что давление то, как и было, так и осталось. Жиклер наш хорошо работает, а вот газ не успевает хорошо выходить из конфорки. Либо мы покупаем новую конфорку, если есть такая возможность. Либо можно ее отремонтировать. Можно взять эту часть, снять либо болгаркой, либо напильником. Или можно еще по-другому, как я сейчас сделаю. Давайте посмотрим. Для этого я взял вот такие три бруска, которые мы подставляем под конфорку. И молоток. И не сильными такими ударами ударяем по конфорке. Ну, смотрим, да, чтобы пошла, значит, достаточно, нет. Еще раз. Сейчас мы посмотрим. На камеру, конечно, не будет видно, но я вижу, что есть изменения. Давайте еще. Ну, я думаю, это будет достаточно. Давайте сейчас мы все-таки проверим, сработало это или нет. Сейчас мы запалим нашу газплиту, установим все и увидим. Давайте мы ее запалим, чтобы увидеть наш результат. Наша конфорка горит очень хорошо. Это максимум. Ставим на минимум, она тоже горит и не тухнет.
У меня еще была такая проблема, что она на минимум тухла из-за того, что там было очень малое расстояние, и газ не мог свободно выходить наружу. И когда я ставил на минимум, она тухла, а когда добавлял газы, она очень плохо горела. Вот так, друзья. Всем удачи в ремонте газовых горелок. Можете ремонтировать так, как я, или просто идти покупать новые. Ну, самое главное, что мы знаем, в чем проблема. Всем пока!